Здравствуйте! С вами гид в Праге Элеонора Грекова. Сегодня 3 февраля, а в Чехии уже пахнет весной. Вот-вот и начнут распускаться почки на деревьях, и воздух наполнится ароматом цветущих растений. В зимнее время в Чехии основная часть замков закрыта и начнет свою работу с 1 апреля. Если вы приедете в Прагу весной, я хотела бы вам порекомендовать посетить замок Велтрусы. Во-первых, он находится недалеко от Праги. А во-вторых, если вы приедете с детьми, им здесь будет очень интересно. Вы видите замок Велтрусы, который был построен в начале 18 столетия для чешского дворянского рода Хотек. Замок своими очертаниями напоминает загородные резиденции аристократов Франции или Италии. Вход в парадный двор замка украшают прелестные барочные аллегорические скульптуры 12 месяцев и 4 времен года работы скульптора Матиаша Брауна. Скульптуры этого выдающегося мастера украшают, например, Карлов мост в Праге. Семья Хотек владела замком до 1945 года. Жилые помещения сохранили подлинную атмосферу прошлых времен. Сейчас замок принадлежит государству. Замок окружает большой парк, где можно погулять с детьми. В парке водятся дикие олени. Это вход в парк, и мы с вами идем их искать. Вдалеке маленькие оленятки, попробую подойти поближе. Красавцы, конечно, но убежали, а иногда можно покормить их и с рук. Посмотрите, сколько их здесь, целое стадо. Но ко мне не идут, наверное, потому что у меня светлая куртка. Спасибо, что смотрите мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Встретимся на экскурсиях!